Министерство потребительского рынка и услуг Московской области объявляет о приеме заявок для участия в конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России – премия «Развитие». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 2015 года. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте конкурса premia-развитие.ru. Информацию по участию можно получить по телефону 8-499-951-5250. В октябре в 1 часов в актовом зале здания МВД России по Ленинскому району по адресу город Видная, улица Центральная, дом 4, состоится День открытых дверей для учащихся 11 классов школ Ленинского муниципального района. В этот день учащиеся смогут ознакомиться с работой служб и подразделений полиции. Также школьники смогут записаться на очную форму обучения в образовательные заведения МВД России. Волонтерский корпус Ленинского района и муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия» организовали акцию для детей и взрослых «Ребята с нашего двора». Каждую субботу и воскресенье клоун Алекс и члены волонтерского корпуса проводили развлекательные игровые программы во дворах города Видное. В ноябре праздник «А у нас во дворе» с конкурсом на самый гостеприимный двор придет на улицы Гаевского, Строительную и Советскую. В последнем 22-м туре первенства города Видное по футболу среди мужских команд определился победитель. Им стала команда «Бразерс Юнайтед». Третий год подряд футболисты сельского поселения Булатниковское становятся чемпионами. Второе место досталось футболистам «Факела». На третьем команда МФК «Видное».